Здрасте. Так. В общем, ситуация в целом такая. Немножко я поиграл уже. Какой-то в квартире уже Silent Hill творится. Нет, я мертв. Немножко, так сказать, минутки полторы я поиграл в третий Silent Hill. И чё-то немножко прихуел. От того, что я увидел. И тут уж точно проблема не в кривом порте. Сейчас объясню, о чем речь идет. Пожалуйста, пусть со звуком все будет в порядке. Не-не-не-не, я сейчас нет. Сейчас объясню. Сейчас заставка в стиле первой части, которая спойлерит все. Почти все. Дочь персонажа из первой части. Дочь ГГ из первой части, если совсем точно. Похуй вообще на вторую, похуй. Отвратительная песня. Без шуток. Вот это, кстати, концовку сейчас... Я не шучу, это концовка игры сейчас вот была показана в последний момент. Так какая-то. Вспомните саундтрек из первой части. Вспомните саунд из второй части. Вспомните заставку из оригинального Resident Evil 2. Она длится секунд 10. И навевает жути, но не спойлерит всю игру, сука, и не продолжается 20 минут. В Скайриме вообще нет заставки. Мне, понимаете, я ее до конца... Мне интересно, сколько она вообще длится. О, неужели? Свершилось. Так. Коврики свои поправляем. Так. Новая игра. Сложность нормально. Все, мне хватило легкой сложности. Я понял, что это там не легкая сложность, а аж реально детская. Загадки сложно. Типа, подожди, еще заставка. Я не понял, это либо загрузка, либо я черт его знает. Причем на втором мониторе мне видно лучше, чем на первом. На большом. Видимо, потому что все засвечено. Так, это загрузка или что вообще происходит? О, будильничек.
Да. Походу, игра все уже повисла. Первый раз у меня такое. Хотя я ее раза 4 запускал. Тара-т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 а. Порт говно. SSD-шник не справляется. Слишком большой объем памяти у игры. 3 гига. Я понял. Что? Блять, она сейчас на дефолтные настройки скинет. Хоть управление, надеюсь, не поменяется. Что я еще немножко поковырял управление, чтобы пытаться, так сказать, решить один очень важный вопрос. Нет, я лицензию смог достать. Десочек поцарапанный. Да, кстати, вот посмотрите, она сейчас зависла, и это нормально. Обязательно. Сейчас все будет. Только потерпите. А что вам в таком качестве? А что вам такой размер не нравится? Мне кажется, нормально все видно. Бля. Ёуч. Ух ты ж, бля. Так. Я что-то нажал, и все исчезло. А, нет. Высокое разрешение. Так. Еще что важно, обязательно должно стоять вот такое вот сглаживание. Качество изображения. Не, как вариант, я могу сделать пониже и в окне. Поменьше и в окне. Давайте Windows. Реально. Нет, не нахуй. Качество высокотени. Да. Претро тоже. Так, ждем. 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 Я же не просил какого хуя. Игра была готова к стриму. Да, согласен. Так, все, вот теперь White Power. 4К сглаживание. Я не удивлюсь, что это не малюсенький шанс. Ну и еще теперь важный момент. Надо проверить, что с управлением. Настройки, походу, остались, какие были. Так.
Да. Настройки управления сохранены. Нормально, сложно. Да, в отличие от второй части, эта заставка, в ней хотя бы есть скримеры. Это лошадь Пржевальского. Только не пугайтесь, сейчас кое-что будет. Где это я? Да, здесь русская озвучка. Да, и в эти дыры, кстати, теперь можно падать. Я не ставлю испанскую, я ставлю итальянскую. Да, кстати, вот что, от чего я просто охуел. Здесь управление, как в Resident Evil. Серьезно, то есть тут надо поворачивать вот так вот. Как на PS1. А во второй части можно было как в нормальных играх бегать. Дверь закрыта. Кстати, я нечаянно себе спойлернул. Здесь в этом парке развлечений по сюжету надо умереть. А, кстати, если очень-очень долго бегать... Она такая... Она как будто бы миньет кому-то делает. Так... Надо типа... А это что за... И в этой игре самые пиздецовые зерна в истории человечества. Я таких зерен не видел, наверное, со времен этого... Left 4 Dead, если выкрутить на максимум зерна. FPS, у меня такое ощущение, что FPS скачет как-то вообще неадекватно, я не понимаю. О! Она может ходить? Ну. Так, ну боевка здесь явно поудобнее. Ищите пока какие-нибудь гуиды сразу. Зарежу. Сука. Тихо. По идее, да. По крайней мере, собачке точно не нравится то, что я с ней делаю. Так. Предметы. О, ебать! Thank you.
Я не знаю. Нормальный уровень сложности. Черт его знает. Ух. Так, ясно. У меня кончились патроны. Что с FPS-ом в этой игре? У, сука. На самом деле, я тут должен умереть просто. Я вам так скажу. То, что я сейчас делаю, это бессмысленно. Это какой-то кошмар. Какие же у него синяки под глазами. Ух, папа, это я. Да, прости, что не смогла перезвонить. Да, думаю, что надо было. Так или иначе, сейчас я еду домой. О, я не нашла то, о чем ты меня просил. Хорошо. Выгонетка? Это что за срань такая? Ладно, сделаю. Я тоже тебя люблю, папа. Это что за черт? Эйзен, мне нужно с тобой поговорить. Меня зовут Дуглас Картланд, и я частный детектив. Да, я помню эту хуйню в фильме. Детектив? Действительно? Ну что ж, тогда пока, детектив. Подожди. Есть некто, который хочет встретиться с тобой. Некто. Удели мне только час. Нет, полчаса твоего времени. Мой папа всегда говорил мне не разговаривать с незнакомцами. Это очень важно.
Это касается твоего рождения. Обратите внимание на меня то, как его зернит вот здесь вот. Вы все еще преследуете меня? Может мне закричать? Прости, я подожду здесь. Тут его тоже как в фильме убьют в лифте. Так, кстати, у меня... Ладно. Но я по фильму знаю, что он умрет. Очень жестоко, по фильму. Как по факту будет, я не знаю. Бля, ну вот это управление. Я не буду уходить, понятно. Ебать, тут далеко идти. А вот и Бобик. А мне трудно, блядь, справиться с этим управлением. Что? У меня есть оружие, только сраный нож. И яйцо моего бати, видимо. Это Фулус, так там вся локация Фулус. Так. Дай. Блять, все замки сломаны. А мы даже еще не в Silent Hill. Ой, ебать, посмотрите, как прет этот цветок. Я думаю, на стриме видно. О, халявный пестик. Если где-то на улице валяется пестик, значит, сразу надо его взять. Убирайся от меня к черту! Сука! Мне интересно, а если выстрелов не было, зачем она дергала рукой? Штука. Не, вы знаете, вот в этой игре реально топорности намного меньше. Тут, понимаете, тут нет вот этой залупы, как вот во второй части, когда автоприцеливание идет. Тут четко. Я целюсь, потом стреляю.
Без базара, как в первой части. Но иногда у этой игры как-то, блядь, неинтересно вот реально фрапс включить, посмотреть, что с FPS-ом в этой игре происходит. Почему он так периодически провисает? А, да, кстати, зерна исчезли. Не, нельзя убрать сглаживание. Ребят, если я уберу сглаживание... сейчас я вам просто... Давайте я просто, блядь, покажу, что будет, если убрать сглаживание. Такое вот. Сейчас, вот смотрите внимательно на персонажа. Все внимательно смотрели, да? Так. Вот. А, я не могу залезть... Все, забейте. Короче, я не буду вам показывать, но без сглаживания игра идет... Мы начинаем играть в Майнкрафт. Я, блядь, не шучу. Скачайте сами и проверьте. Там серьезно, там вот так вот персонаж начинает выглядеть. Как будто играешь в разрешении, короче, 128 на 128. Объясните мне, пожалуйста, что вообще здесь, я здесь делаю? Я ж, по идее, должен быть в с. Ой! Ой, песик. Очень трудно совладать с таким управлением, но я пытаюсь. А, кусь! Так, все, я понял. Просто давайте просто попробуем съебать еще одна псина. Я на норме играю, поэтому все это может быть очень опасно. Что? А, попробуй сверху запрыгнуть. Понимаете, так как в этой игре до сих пор к третьей части не придумали хоть какое-то подобие полоски ХП, то на глаз определяем, что у нас со статусом. Да ёбаный ты по голове. Да, блядь. Путите. А, блядь, закрыто, суки! Через лобовое стекло он его выбил. Давайте квиксеймся. Там ведь кто-то пиздит, я слышу. Единственная дверь, она закрыта. А, нет, стоп. Вот это, походу... Вот это тоже закрытая дверь, да? Нет. Что? Дверь? Это во второй части еще было. Ну, ищем, я не знаю, ключ. А, не, во, блядь. Став онли. Ёбаный рот. Пойду сделаю отвод. Так, нет, подождите. Надо все посмотреть. На второй части точно. О! Ёпта! Чего вы мне не кричите, что я долбоеб, который чуть карту не профукал? Ох ты ж
Ёбаный по голове. Так, одну секунду. Про этот звук, блять. А я смотрю, в ОБС что-то полосочка не дергается, я такой, ой. Ой, я лишнюю пулю, походу... А, кстати, ребят, что хочу еще сказать. В игре, в этой, точно анимация в несколько раз лучше, чем в второй части. Она очень плавная, то есть тут реально 60 FPS анимация, в отличие от второй части. Поэтому реально графика, несмотря на то, что год разницы, та же самая платформа консольная, игра выглядит намного лучше. Не, это все тот же ген. Год спустя, кстати, выходит второй Half-Life. То есть эта игра в 2003 вышла, Half-Life 2 в 2004. Ну да. Попо коление. Это как гора такая, есть попо Кариму, а это попо коление. Не, реально, игра, блядь, пиздец выглядит лучше. Значительно. Здесь много всего, но нет ничего полезного. Вяленую говядину взяли. Так. Ну вот эта вот карта, которой надо сразу... Короче, не знаю, как-то в настройках что ли поменять, чтобы карта сразу зумилась. И да, кстати, ведь во времена второй плойки игры были в 60 FPS. Так-то. Поэтому и анимации в 60 FPS, в отличие от некоторых игр, которые выходили позднее, лет на 5, так. Если вы понимаете, о чем я.
О, пистолетные. Касторочки, касторочки. О, да. О, да. Так. Текстурки, кстати, тоже получше. Так. Хватает, чтобы отвлечь монстров, а я могу ее съесть. Ой. Ой. На самом деле, инвентарь пиздецки неудобно сделали. Вот эту вот многоэтажную хуйню. А съесть ее можно? Это же, блядь, вяленое мясо. Чего она ХП не устанавливает? В других играх устанавливает. Сталкере тоже как бы ХП восстанавливается. А ХП от еды восстанавливается вот на соточках. Слишком умная шутка для моего стрима. И да, ботулизм он в консервах. В основном все-таки. На невяленом мясе. Это, блядь, как надо приготовить вяленое мясо, чтобы в нем ботульные эти были бактерии. Ну, я же говорю. Так. Ребят, вы молодцы. Я в вас верю. Че, опять? Опять сейчас 10 раз выбьем меньше сотни, а потом кто-то 200 выбьет? Кто вчера, кстати, 200 на стриме выбил? Так. На самом деле, это, у этой игры порт точно получше, потому что здесь проблема только в главном меню. С переходом на экран этих настроек. По какой-то вообще волшебной причине. Нахуй. Нахуй. О! Хорошо. Хорошо пошло. Я, кстати, знаете, что вспомнил? Никто еще ни разу не выбивал ровно соточку. Выбивали единицу, выбивали 200, но соточку еще никто не выбивал. Ровно соточку. Так. Так. Я на прошлом стриме еще сказал, что я, блядь, не занимаюсь ебучими розыгрышами. Пока никак. Пока я еще не опробовал, так сказать.
Так, блять, я понял. Так. Оу, ебать. Пацаны, хлебушек. Серьезно? Сейчас не голодна, потом будешь голодна, возьми его с собой. Возьми его, блядь, с собой, дура. Я тут играл недавно в одну игрушку, где жратва кончалась со скоростью света. Возьми себе булку, блядь, сука ты тупорылая. Что-нибудь себе возьми. Какой-нибудь, вон, багет, блядь, засунь его себе сама знаешь куда, гусары молчат, и потом, если нужно, будет съешь. Что это? Здесь реклама. Хрустящий поджаренный хлеб прямо к дверям вашего дома. Продаем все, пекарня Хелены. Бля, ребят, помните, короче, был на ютубе ролик, да он есть, про американский хлеб, где, короче, семья, которая фермеры живут, они заказывают хлеб ящиками. Да. Хлеб ящиками, точнее, коробками. Им привезли очередную партию, а там, короче, вместо хлеба были губки, блядь. Точнее, хлеб, который по свойству является губкой. Найдите кто-нибудь, скиньте, там так, по-моему, можно найти американский хлеб-губка. Так. Я понял, знаешь, больше... Взяли щипцы для хлеба, я не знаю, зачем... А, все. Вспомнил. Узнал? Согласны. Так, бежали. Блин, какая же приятная анимация 60 FPS, блядь. Это вообще редкость для таких игр. Да что уж там для современных игр. Для современных игр это редкость. Так. Должок. Ключ из кладовки. А ключ для чего, интересно? Дейзи Вилла 102. Выигрываем на ключе. А, это ключ от дома. Ой. Смотреть. На ключе висит бирка, на которой написано «Мои бестселлеры». Бля. Сука, чьи это могут быть бестселлеры? Как же приятно в этой игре стрелять. Ах ты, сука. Так, спокойно. Так, я понял. Бля, у меня такой реально когнитивный диссонанс от качества анимации. А, все, патроны кончились. Понял. Да. Так. По поводу... Блять, как в этой игре вообще меню открыть? Это можно вообще так сделать? Все, я понял. Возвращаемся в эти ключные настройки.
я не помню, во второй части вообще были настройки? А, по-моему, кстати, во второй части настройки были. Порт говно. А теперь представьте, что вот игра 2003 года, а до сих пор выходят игры Тир 1, в которых только один ползунок громкости, общая громкость, и все, и ебись ты с этим как хочешь. Да, кстати, так как у меня с патронами проблема, надо бы поменять оружие. F5. Надо чекнуть все двери. Беги, сука, беги! Там кто-то еще тяпает. Так, нет. Бля, я хлеб теперь хочу. Сука. Ключ взяты шприцами. Так, подождите, это все? Все возможные двери здесь? Так, они бьют только право, они вправо не... Оу. Да, шприцы. Да. Бля, я бы сейчас бы в 2003 году почитал бы какой-нибудь «Мир фантастики». Хороший был журнал. Может быть, он и сейчас есть. Ребят, кто знает «Мир фантастики» журнал, он еще жив? Хотя бы в интернет-виде. Что я знаю, «Игроманию» закрыли нахуй, потому что это говно ебаное. Стало после года 2011 примерно. Совсем нечитабельное. Обидно. Подожди, там что-то написано рядом. А здесь трагедия. Ты актер или зритель? Будь кем хочешь, но конец у всех одинаков. Вы все идете только к смерти. Первыми словами на левой руке. Первые слова на левой. Чистое сумасшествие. Мужчина, танцующий в безумии. Распозная неслышанные слова, сказанные на могиле возлюбленной, и тогда познаешь настоящее сумасшествие. Он, играя со смертью, в конце концов, нашел ее, убивая безымянного любовника, она пронзила сердце, страдающее от печали. Ложь принимает правду. Должна ли истина прикрыться маской неблагочестивого? Ах, как жалки те... Просто эти буквы... Латинская K написана как русская К, ах, K-A-K, жалкею те, кто пошел путем неправедным. Все еще среди лжи, хотя конец не пришел. Зачем ожидать смерти? Ты посвятишь себя возлюбленному. Правда и ложь, жизнь и смерть. Игра по превращению белого в черное и черное в белое. Неправда ли молчание переполняется любовью посредством лести? Мирный сон предпочтен трону, испачканному в крови. Один мститель пролил кровь на двух, два юноши проливали слезы за трех, три колдуньи исчезли таким образом, и тогда четыре ключа остались.
Ах, но по правде здесь показана трагедия. Искусство ты игрок или толпа? Нет ничего, что избежит участи стать марионеткой судьбы или наблюдателем, заключенным в клетку. Что я только что прочитал? Мать его. Ну чё, пацаны? Я почему-то прочитал комментарий, как для смазки, мать его. Смазка тут точно понадобится. Ну чё, пацаны, брутфорсим? Шучу. Я думаю. Блять, можешь конечности посчитать. Так, где там пустое место? Ага. Так, стоп. Я опять потерял это пустое место. Ладно. Окей. Да проблема в том, что когда я стоял возле вот этой дырки, вот здесь вот, у меня персонаж ничего не хотел делать. А когда я стоял вот здесь, то у меня все работало. Странно, почему... А, нет, показалось. Так, а кстати, давайте посмотрим, что за журнал вообще есть. Woman, причем один и тот журнал несколько раз попадается. Так. College, Abdord, Vacation, блять, вот это книги. Угу. Боку но пику. Блять, серьезно? Я чё, я их типа неправильно поставил, что? Блять, может опять конечности посчитать? Сколько конечностей у книг? Вроде ноль. Угу. Может, в обратном порядке? А, стоп, подождите. Я ж, блядь, могу. Как белый человек это делать. Не, нихуя.
Еще раз считаем. Это какое-то краткое содержание книг Шекспира. А зайди возле дырки. А, блядь, пиздец. Так, ребят, короче, пишите, в каком порядке их ставить, потому что я в душе не знаю, где какая... Я просто, понимаете, я ни одной книги Шекспира не читал. Я понимаю, где, типа, прикол с Ромео и Джульеттой и Гамлетом. Про бедного Йорика. Но больше я не знаю вообще ничего. Четыре, один, пять, два, три... Ну, мало ли, может, это одно и то же. Так, ладно. Так. 4, 1, 5, 2, 3. Никакую. Слушайте, у меня только один вопрос. Для решения этой загадки реально надо знать содержание книг Шекспира? Я просто вот, я, понимаете, я исходя из того, что написано в тексте, понимаете, я знаю только вот, блядь, реально, Ромео и Джульетта ж про что там. И все. Это как бы хард я поставил. Угу.
Да, только у нас там, короче, одна глава из Ромео и Джульетты была в школе. Я помню, картинка даже была. Чего? 3, 4, 1, 5, 2? Так, нет, давайте как белые люди это будем делать. Так, 3, 4, 1, 5, 2. Три, четыре, один. Ой, блядь. Три, четыре, один, пять, два. Бля, может тут как на моей зыске? Нет. А теперь давайте думать, откуда этот код вообще взялся. Вот мне тебе реально интересно, как с конечностями, что это вообще была за хуйня. Так, стоп, подождите. Допустим, я знаю содержание... А это, блядь, вообще реально решить? Блядь, я знаю, какому человеку нужно вот эту загадку без гайдов посоветовать решить. Я посмотрю, сука, как он будет это решать. Есть у меня один знакомый, который, сука, что ты с гуйдами проходишь? Тебе что, интересно? Да, вот мне интересно, я не знаю, сколько бы я потратил, наверное, блядь, месяц. Хотя я бы это, блядь, вообще никогда не решил. Я бы, понимаете, даже если бы я, блядь, прочел все эти 5 книг, я бы нихуя не понял. Это пиздец, блядь. Сейчас, подождите, я... Пиздос, ребят, реально, почитайте нахуй, как это решают. Мне просто интересно, сколько людей... Вот сколько в России людей из тех, кто играли в то время на какой-нибудь второй плойке, решили это сами? Мне, блядь, реально интересно узнать число. Хотя бы человека 3 найдется, кто реально, блядь, додумался. Мне просто кажется, что 99,999% людей просто говорили «да ну нахуй» и понижали сложность загадки. Часа так через 3. Ебли. Эй, подождите, что происходит? Где все остальные? Эти страшные монстры. Они пришли, чтобы стать свидетелями начала. Возрождение рая небесного. Отобранного у человечества. О чем ты говоришь? Разве ты не знаешь? Требуется твоя сила. Откуда я могу это знать? Я Клавдия. И что Клавдия, блядь, Клавдия!
о своей личности. Как же Докин ты должна стать? Кто поведет тебя с запятнанными кровью руками? Клавдия Захаровна! Ты все это сделала. Это была рука Господа. Блять. Подожди. Суздальская область. Но вообще это Чертаново. Не понимаю. Что она хочет, чтобы я вспомнила? Ой, бля, пиздец. А кто-то мне там заявлял, что загадка с птицами сложная. Пиздец, блядь, это... В загадке про птиц хотя бы есть логика, если нормальный перевод. Хотя бы есть в любой загадке, в первой части есть логика. Даже во второй части. Во второй части я вообще все загадки, по-моему, сам решил. Ну, кроме этой. Уже под конец, когда у меня уже башка не работала. Да, но это, блядь, ну это реально пизданулся. Я надеюсь, в этой игре, наверное, еще будет загадка с тремя богами. Я очень тоже хочу ее порешать. Да, только ее, блядь, наверное, решили 0,1 человека из всех, кто играл. Вот в чем проблема. Ну, кто не стал понижать сложность? Ну, я согласен, что это правда, только это совсем уж пиздец для таких игр. Я сейчас реально пытаюсь вспомнить, в какой игре были подобные загадки, которые я решил сам. Вот, честно, я, блядь, вообще даже не помню. Я потому что квестов играл очень мало. Я играл там в Resident Evil, но... Бля, по-моему, в каком-то Resident Evil была вот такая лютая дичь. Но это не точно. Точнее, не настолько лютая дичь. Там, конечно, поадекватнее было. Давай. Я, кстати, ничего не нажимал, лифт сам едет. О, то самое радио. Бля, ребят, вот без шуток, мне сейчас третья часть уже раз в 5 больше нравится, чем вторая. Здесь хоть что-то происходит. Даже ребенок в это не поверит. Но когда я собираюсь проснуться... Так, понятно. Так, тихо, подождите. Не спойлерите мне полностью. Ух ты ж, блядь! Куда бежать? Сука! ППСы теряются. Они улетают на глазах.
Бегим, 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 бегим. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Сука. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Так, подождите, я не все двери проверил. Есть еще 58 тысяч дверей, которые надо проверить. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Центрируем камеру. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Замок сломан. Нет. Лал. Так. Псин там кого-то жрет. Касторочки, касторочки! В огромных количествах. Ой. Это я типа в этой игре можно перебрать с касторкой? Не, мне просто кажется, я сейчас перебрал, и у меня сейчас камеру куда-то ведет. Ничего, зато здесь есть ампула. Нет, серьезно, что значит синий? Это значит, что я ее опьянил? Окей. Блять, почему нельзя человеческую полоску ХП тогда сделать? Что это за идиотия? Псин, не трогай меня. Бегим, 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 бегим. Так. И шо? Так, я понял. И куда здесь можно бежать? Давайте в сабвей побежим. Да, блядь! Они что-то какие-то медленные. Что? Так, только... Так, хорош воздух отсасывать. Так, нет, не та. Не та кнопка. Warning. Warning. Предупреждение. Выходя из комнаты, не забудьте выключить свет. Тогда будет видно, если они не выключили. О, фонарик. Хули я его вырубить не могу. Опа. 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 Приятно.
Так. А что, труба у меня будет или нет? Я хочу бензопилу. О, это какой вообще сортир? Женский. Фу, грязный туалет выглядит просто ужасно. Типа, блядь, это женский туалет, что ты хотела? Типичный женский. Все, кто был в женских туалетах, ну, я имею в виду женщин, они говорят, что когда заходишь там, блядь, к потолку в буквальном смысле прилеплена какая-нибудь прокладка... С люстры свисает тампон, использованный. И это, блядь, не рофлы. А? Так, ну вот, реально, он женский туалет, он вот так вот выглядит, как вот эта вот кабинка. Тяжелые, блядь, месячные просто. Вот случились и все. Ну, блядь, вот реально, я говорю, вот, серьезно. Женщины, кто заходит вот в женские туалеты во всяких там этих торговых центрах, они реально, блядь, заходят, они реально, блядь, внутри, по описаниям выглядят вот так вот. Сортир не зайти. Это не я эксперт, вот, ну вот как бы реально, вот бабы вот так говорят, что вот реально не вот так вот выглядит, блядь. То есть такое ощущение, что их там либо никто не убирает, либо... Не знаю. И куда мне дальше, скажите, пожалуйста? Куда? Я надеюсь, обе плохие. Одну секунду. Так.
Чего, блядь? Silent Hunter 3... Секунду. Мне интересно, если так, я смогу ультабнуться из этой игры? Ух ты. Да, могу. Мне написано, что я стримлю. Школьница ночью гуляет по Чертаново. Играет в Silent Hill 3. Прайд, у тебя какой-то неправильный Дискорд. О, теперь у этой игры появилась белая рамочка. Какая прелесть. Так, давайте ее ребутнем нахуй. Блять, опять настройки менять, да сука. Вам придется немножко потерпеть такое разрешение, потому что игра крайне стабильно работает. Бля, пиздец. Half-Life 1, он 98 или 7 года. Он замечательно работает на любом современном компе. А, ну да, кривые порты. Кривые руки, кривые порты. Все кривое. А-а-а! Я что-то сломал. Ждем, пока оно... пока его отпустит. Сука, время тем временем уже 11. Игра, пути меня. Пути меня, игра. Сейчас она меня отпустит. Подождите, пожалуйста. Блять, сегодня днем все протестил, все более-менее работает. Нет. О, господи. Ну. Я понял. Или это совсем ГГВ по ДЦП? Так, ладно. Бля, когда второй Silent Hill у меня зависал, его хотя бы можно было закрыть. Я так понимаю, совсем все дурно, да? Да это я его не сворачивал. Это я разрешение решил поменять. Так. Блять, и как диспетчер задачи теперь перенести на второй экран? Еще где? Какой скрин?
Так. Рабочий стол 2. Ты, блядь, пиздец. Пиздец. Это кто вообще-то? Это кто такое придумал? Ёбаный. Ебатерь, матерь. Блять, ты ебанько, блять, что за ебанько делали эту вину, блять. Сука, я создаю второй рабочий стол, чтобы открыть там диспетчер задачу, но меня на первый возвращает, который закрыт игрой, блять. Пизду. Термальная степень пиздоса. Просто термальнейшая. Блять, подождите, может его надо... Может, давайте, инспектор долбоебус. Ага. Вот так оно работает. Гениально, блять. Ебануться. Не, может быть, конечно, с точки зрения в определенных ситуациях это и правильно, но что-то мне, блядь, кажется, что это полный фуфел. Я же не просто так на второй рабочий стол перехожу и там Ctrl-Shift-Escape нажимаю, чтобы меня, блядь, возвращало обратно. Так, все, ладно, я понял. Хотя бы так оно работает. Чё поддержка Microsoft? Поддержка Microsoft меня нахуй пошлёт. Потому что у меня их винда 10-е, оригинальные образы, купленные за дохуя денег, даже не работают. И мне пришлось какую-то сборку ставить от Васи Пупкина. Блять, ну я что-то прям вот это. Причем, реально, у этой игры технические проблемы только в главном меню. Как это, блять, вообще такое может быть? В игре все идеально. В главном меню, блять, вот реально. Главное меню, оно как боевое крещение. Если ты смог пройти дальше, то все заебись. Так, ну ладно, вроде нормале. У меня так нос-то чешется. Ну, потому что я на стриме. Поехали. Какой... Какая загадка? Ой, загадка. Так. Поехали. Чего? Чего? А где квиксейв? Thank you.
без комментариев. Я не знаю, куда у меня пропал квиксейв. Он просто исчез. Я теперь даже в женский туалет не могу попасть. А, не могу. Какой-то растворитель взял. Да, у меня квиксейв пропал. Он удалился. Просто. Или не сохранился. Я не знаю. Не спрашивайте меня вообще. Просто его не было. Хорошо, что я сохранился в той комнате. Вот-вот здесь вот мы остановились. А, я не взял фонарик. А где он? О. О, там что, ржавый пистолет лежит? Нет. Кто-то что-то сломал. Что произошло вообще? Ну да, это отсылка, мне кажется. Про кошку, которой не было. Ой, я взял вешалку. Чё я еще взял? О! Брони, мать его, жилет. Серьезно. Так. Давайте подумаем. Логически порассуждаем. У меня есть вешалка. Отбеливатель. Медальон с красным яйцом бати. Что мне со всем этим делать? Что-то я наверняка пропустил. Я в бронежилете, суки. Бронежилет, который висел в магазине одежды. Может попробовать отмыть туалет? Нет. Ну не просто так же он тут такой грязный. Тихо. Так, давайте просто. Давайте порассуждаем, куда я могу. Так. В медпункте ебаная нихуя.
На складе, я думаю, все взял. То есть у меня есть вариантов, только реально что-то надо сделать в этом туалете. Давайте по наводящей. Мне надо что-то сделать в этом туалете? Просто да, нет. Бля. Тогда я вообще не знаю. Неужели мне надо что-то тогда в магазине одежды что-то делать? Так. Да, взял я вешалку. Чего у меня нет времени? Так, куда мне идти вообще тогда? На склад? Дай угадаю, сдохнуть, да? Я угадал? Меня зажали бутербродом. Еще, блядь, лестницу. Какая лестница? Где комната с какой лестницей? Это где вообще? Что, кстати, по ХП? Нормально. Чего? И не так. Чего, блядь? Я вообще не понимаю, о какой комнате идет речь. Тут нет таких комнат. Стоп. Чего? В эту дверь можно было войти? Чего? Рот этого казино, блять.
Но я на самом деле, мне кажется, я бы догадался, если бы я понял, что сюда вообще можно зайти. Я пробегал мимо этой двери, я не мог в нее зайти. Просто других вариантов бы не было просто. Но мне кажется, такая тоненькая вешалка, она бы сломалась нахуй. Если бы я тут был, да, потому что я вообще не знал, что все может зайти. С какого-то хуя половина коридоров тупо не отмечена. Оу, неплохо. Кстати, давайте. Я точно знаю, что здесь можно свалиться. Да. Сука! Ладно. Похоже, теперь стало нельзя. Да не, я просто, понимаете, я падал в этой игре. Уже с так подобных обрывов. Там наверху, мне интересно. Так, я понял, нахуй его. Так, пиздозавр какой-то. О, нахуй. О, телевизор. Знакомая запись. Спёрли. Суки. О, орешек. А его можно съесть? Так. Орешек, наверное, отсоединить с этим яйцом. А, нет, это не так делается, понятно. Это не Resident Evil. Ты ж, блядь. Сейчас я реально обосрался. Так. Что у нас получается? Так, значит, здесь только одно помещение. Блин, я что-то хочу уже выйти из этого сраного торгового центра. Я думал, мы уже в Silent Hill попадем. Прошло почти 2 часа, я все еще ебусь здесь. Так, ладно. Ё-моё.
Я наношу урон, интересно. Давайте посмотрим, кто кого переспамит. Сука. Переспамили. Хотя, честно сказать, я в это не поверил. Поначалу. Блин, когда я играл в Left 4 Dead, было как-то пожестче. Там моб просто выносил этот, который за танком был, по сути. Закрыто. И здесь закрыто. А тут сломано. Тут сломано. Хорошо. Нет выхода, нет проблем. Так. Поднимаемся наверх. О, это уже третий этаж. Как хорошо, что он не очень большой. Собачка, не отвлекайся. Куда идти-то, а? Так, нет. Бля, дайте почитать это говно. То есть надо их убить обязательно. Но мне надо понять, что мне делать с этой загадкой. Так, первая смерть. Такой. Четко я сохранился. О, хорошо. Да, теперь есть. Я понял, конечно, на карту вообще в этой игре лучше не смотреть. Тут половина дверей не обозначена даже. Полный пиздец. О, о! Так.
что за ключ? Мне понравилось то, что он не побрезговал лезть в живот собаки. Дейзвилла. Ой, блять! Не то смотрю опять. Так, тут в эту дверь, соответственно, можно пройти. Да, бляха, боксер хренов, мстящий. Слышите, еще кто-то мычит в этой музыке. Так, у меня еще остались косточки. Как же это неудобно. Стоп, подождите, а это что за дверь? А, я отсюда ушел. Да что ж ты, сука, не падаешь? Ебать вас здесь. Нет. Надеюсь. Но мне надо смотреть комнату, так что я не могу просто бежать мимо. Так. Ой, я снова здесь. Я гений киксейва. Я снова зачем-то забежал в этот туалет, в котором, походу, вообще ничего нет. Я все равно сюда пробегаю с надеждой проверить. Посмотреть, есть ли что. Не знаю, мне все время кажется, что я что-то здесь пропустил. Косторочка. Да, блядь. Вставай, сука, блядь. Так, ну, видимо, больше здесь точно ничего нет. Я надеюсь. Так.
У меня есть единственный ключ и единственная дверь. Ясно. И две касторочки. Бафнули хп. О! Пожалуйста, скажите, что это будет более эффективное оружие. Я вас прошу, скажите, что более эффективное. Кстати, она делает 3 замаха, а не 2, как ее батя. Это не там, где был хлебушек. Моющее средство. У нас есть отбеливатель, моющее средство. Надо идти к Барри Алибасову, пусть выпьет. Так. Так, давайте сразу проверим. Ну, очевидно лучше. Бля, вообще просто разъебываю нахуй. Все, по крайней мере, с этими уродами можно будет драться так. Без потери хп. Е. Бой. Со здоровяками, наверное, разговор будет подлиннее. По поводу собак еще не знаю. Надо будет тоже прочекать на собак. Это мы еще посмотрим. Что такое? Так. Я бью как будто по какой-то железке. Средство от насекомых? Ну, у меня нет средства от насекомых. Этих точно не обижать. Как же я залипаю что-то. Прям вообще... Ну, останавливайте, давай.
Реально это сработало? Так, надо просто быстрее, быстрее. А, нет, стоп, я идиот. Ах, я же мог сделать лод. Точно. Уже поздно. Бля, пиздец, что там за отбеливатель такой, блядь, не знаю. Это же нахуй можно людей натравить. Отравить, точнее. Таким отбеливателем. Пиздец, ну и горючая смесь, конечно. Говядина, говядина. О, пистолетные патроны. Так. Так. Так, ясно. Они вообще не реагируют на удары мои. А, он тут вообще один. Не, тут смысл в том, что они не станятся. Вот если бы они станились, было бы вообще заебись. Там можно было бы их просто квасить этой дубинкой. Или бы если бы можно было бы делать, я не знаю, какой-нибудь суперудар. Так, вот, кстати, пес. Ну и ей явно больно. Ну, а вы говорите. Все. Значит, только зарывиков ею не убить просто так. Это что за хуй путало? Ничего. Не, ну эти хуй путал, это что-то, это какое-то новое слово в жанре. Это что-то на уровне гаргулей в первой части. Ой, бля. Еблет отлетел. Чё с УПСами в этой игре? Лучше же скажите, ребят, я не понимаю. УПС иногда просто уходит погулять.
Зажим для пальцев. Ну, блядь, бери. А, понял. Ну, МБ. Ясно. Видимо, это не здесь. Пиздец. Ничего нет. То есть не возвращаться на другой этаж, да? Скажите, пожалуйста, сразу. А, все, я понял. Я просто уже плохо соображаю сейчас. Есть здесь дверь. У этой хуйни урон, как у пистолета. Без шуток. Только радиус поменьше явно. Пендали еще сверху. А, вот так вот. Mm-hmm.
А, я понял. Сейчас. А тут можно побыстрее спуститься как-то? Ой. Это, видимо, я слишком жирный и сломал под собой лестницу. Вагиноубийца. F5 не работает. Лол. Надо прям в вагину стрелять, да? Блять, это вот типичный, я даже не знаю, говна игра пром, когда от удара да. Стать-то будешь? Или это все? Победа. Но это поездец, конечно. Замечательная драка. 10 из 10, господи, 10 из 10. Что? Я бы не удивился, если сейчас такая... Это торговый пассаж, как тот, что был раньше? Торговый пассаж. Я не хватает вернусь. Реально кучи трупов людей вокруг, отстрелянных ею, убитых. Как выйти отсюда? Не, лежала она прям хорошо.
Что у меня такое ощущение, что он стал медленнее бегать. Хезер. Это вы? Что произошло? Вы должно быть один из них? Что я такого сделал? И что ты имеешь в виду под одним из них? Вы вместе с Клавдией, не так ли? Клавдия? Что о ней? Она попросила найти тебя, вот и все. Итак, вы один из них. Клавдия сделала все это. Блять, пиздец. Слушай, меня просто мне интересно, это переводчики просто решили потралить? И я не на чьей стороне. И я ничего об этом не знаю. Почему бы тебе просто не рассказать это, мне, это что тут произошло? Что-то на уровне, не знаю, сырников от тети Глаши. И этот монстр. Что это за чертовщина была? Я знаю не больше вашего. Я лишь знаю, что здесь происходят действительно странные вещи. И у меня странные чувства, что со мной что-то происходит. Так-то по-хорошему, может, вы всего лишь невинный я почти очевидец, уверен на 99%, что в оригинале озвучка не лучше. Либо вы причина того, что я теперь здесь. Если бы вы не нашли меня. О чем ты говоришь? Что в тебе такого особенного? Если бы меня это не волновало и не расстраивало. Но я знаю, что здесь что-то не так. Однозначно. Абсолютно. Что-то такое, чего я избежала и забыла на долгое время. Но как я это вспомнила? Да хуй тебя знает. Что случилось? Ничего. Куда ты идешь? Я еду домой на метро. Что мне делать? Угу, я помню твою озвучку в первом и втором Silent Hill, это пиздец. Так что... Давайте до сейва дойдем и все, точно. У нас и карты нету. Как свет плывет, это, наверное, на стриме должно быть видно. Может, есть где-нибудь карта? Бля, пиздец. Вы представьте себе, у нас бы такие переходы в метро были узкие, маленькие, темные. Это ж пиздец. По ним бы никто не ходил. Ты из Омска, что ли? Там тоже. Метро недавно отправилось в клуб 27.
давайте вот так вот. Вот так вот сейвануть. Да просто в Омске 27 лет строили одну станцию метро. 27 лет. Библиотека имени Ленина. Потом решили зарыть по итогу. Я не понимаю, Прайд, ты как будто бы в какой-то, я не знаю, в информационном вакууме живешь. Это мем, который, я не знаю, даже в новостях про него говорили. Про то, что спустя 27 лет решили прикрыть этот проект. Ой, ладно. Что-то и все, я все. Мой мозг начинает отключаться постепенно. Я не знаю, почему я, блядь, сплю уже нормально. По несколько, по минимум по 8 часов, но меня все равно отрубает почему-то ближе к 9 часам вечера. Я не знаю, почему так происходит. В общем, всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.